Дымка и резкий химический запах. Утечка хлора произошла в районе улицы Нагорной, 10 в городе Елизово. Как сообщили в МЧС, при утилизации баллона в пункте металлобазы случился выброс вещества по запаху и цвету, похожего на хлор. На резкий химический запах пожаловались жители города. К месту отправились сотрудники Елизовского пожарно-спасательного гарнизона и химической службы специализированной пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС России организовали водяную завесу с целью осаждения химического вещества. Жителям ближайших домов было рекомендовано на несколько часов воздержаться от посещения улицы Нагорной, а в случае нахождения на воздухе поблизости от места происшествия немедленно укрыться в помещениях. К настоящему моменту химическое вещество нейтрализовано, угрозы для населения нет. Также обследовали соседние улицы. По результатам экспресс-тестирования превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано. В свою очередь, Елизовская городская прокуратура организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об отходах потребления, порядка их утилизации ответственными лицами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Добавим, хлор – это газ с резким специфическим запахом. Тяжелее воздуха, при испарении стелится над землей в виде тумана. Может проникать в нижние этажи и подвалы зданий. При выходе в атмосферу дымит. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу. При вдыхании высоких концентраций возможна смерть.